Всем привет, ребята! И сегодня я расскажу, как закутать вот так вот бэби-борна и также реборна. Так вот тут можно открыть, бросить, и тут будет только головка видно. Вот так вот она будет. Ой. Можно еще вот так вот подвернуть, как капюшончик. Ну, вообще, с роддома выносит вот так вот ребеночка. Конвертик. Давайте сначала размотаем. Что мы должны сделать? Мы должны пеленочку вот так вот положить. Квадратик. Вот он, квадратик. И вот этот вот уголок, ну, любой, конечно же, и этот, и этот, и этот уголок можно сделать с такими. Подворачиваем его вот так. А, вот я. А, вот, что у нас есть. Мы ее покатем, пеленочку. И вот этот вот уголок я беру, подгинаю вот так. И получается у нас треугольник. Вот угол и вот угол. А другой уголочек мы туда завернули. Дальше ложим бэби-борна или также реборна. Головочка должна где-то быть, ну вот так вот. Можно вот так вот даже положить. Давайте так даже положим все. Вот так вот тут. Вот. Головка уже лежит не на пеленочке. Вот. И одну ручку мы поднимаем. Можно, конечно же, и эту ручку поднять, а другую опускаем. Мне удобнее вот эта вот рука. Мы ее поднимаем, чтобы она нам не мешала. Если вы подняли эту руку, то вы вот эти, ну, этим краем начинаете первым. А если вот эту вот ручку подняли, а это отпустили, то тогда вот этим начинаете. Ну, повторяйте за мной. Вот так вот, вот. То, что у нас тут осталось. Вот этот вот уголок, мы, смотрите, видите, катали. Вот так вот, вот. Под нее. На спинку туда. Вот так вот у нас получилось. И вот эту вот ручку опускаем. И она, получается, держит пеленочку своей ручкой. Берем вот этот вот уголочек и заматываем уже вторую ручку. Так же делаем. Этим уголочком вот так вот. Вот. Ну, все у нас получается. И дальше вот так вот, вот тут. Достаем вот это вот, которое мы с вами... Ой, что нет, распалось. Что-то у нас не получается с вами. А нет, все получилось. Все правильно. Да, мы с вами подворачивали уголочек. В самый первый раз. У нас был так вот, мы его подвернули. И он тут у нас лежал, а потом вот так вот. Вот. И накрываем головку. Если вам этот компешончик не нужен, вы можете так сделать или так же, как он и был вот тут вот. Это вы подгинаете сюда все. Думаю, я понятно объяснила. Накрываем и идем гулять с бэби-борном, также реборном. Все. Вот такой вот конвертик у нас получился. Вот, а если открыть головку, точнее вот это вот, тут у нас появляется головка. И опускаем. Всем спокойной ночи, мы вас всех очень сильно любим. Всем пока!